Всем привет, друзья! Сегодня будем снимать Абсолют. Находится на улице Николая Петрова. Сегодня хорошая солнечная погода, друзья. Отлично все. Мы сейчас Абсолют зайдем, посмотрим. В Титане нам в прошлый раз разрешили снимать. Люди, конечно, там правильно в комментариях писали, что человек имеет право снимать в общественном месте, потому что они тоже камеры ставят по углам. И тоже снимают людей всех. Ну, как они, дней 5 снимают, может быть, 2 дня снимают, потом камеры проверяют и подчищают, а на жестких дисках у них все равно все остается, потому что вдруг так что случится, чтобы инцидент какой произойдет, чтобы они архив свой открыли, показали. В магазине камеры установлены для безопасности магазина, чтобы никто там ничего не украл. Но и человек имеет право снимать, даже вы можете охранника снимать. Ну, только впритык, конечно, нельзя людей снимать. Например, одного какого-то определенного человека по закону, там, на перестоянии его снимать. Вы, конечно, не имеете права. Это по закону неправильно. А если вы просто пришли в магазин поснимать товар, там, рассказать что-то, то это, конечно, всегда можно. Но в Абсолюте там пожестче правила, там люди жесткие работают. В Титане там еще ладно, а в Абсолюте, не знаю, может быть, будут ругаться. Сейчас посмотрим. Нам, как говорится, не привыкать. Мы должны везде снимать, репортаж свой вести. И никого не бояться и не стесняться. Захотели прийти снимать, снимайте. Вот здесь вот так вот Абсолют выглядит, смотрите. Вот Абсолют. Это тоже как бы считается как супермаркет. Торговый центр Абсолют, да, или супермаркет. Вот так выглядит. Ну, конечно же, в этом как лучше было. Титан покрасивее выглядел. Да и вообще даже сам магазин Титан покрасивее выглядел. А здесь вот смотрите как. Ну, Абсолют есть Абсолютом, конечно. Но вот Титан выглядел, конечно, получше. Там сразу стеллажи даже уже выглядит как-то, в Абсолюте вроде бы подешевле. Сейчас мы посмотрим здесь цены, какие подешевле здесь или нет. Винно-водочный отдел есть, алкогольный отдел. Сейчас мы здесь посмотрим, сколько подушки стоят. Подушки здесь 880 рублей стоят. Ну, там примерно такие же цены были подушек. Вот честно скажу, 1249 здесь подушка есть, вот такая овечья даже, а там из верблюжьей было шерсти, 1460, ну в принципе плюс-минус, да, может быть там даже подешевле было, там подушки даже были подешевле, я бы сказал, и качество там подушек было сразу, красивее они выглядели. Здесь так вот подушки бамбуковые. Ну, там тоже бамбуковые были, но там они были... Здесь, видите, подушка одна. Там, походу, подушки были за 2000, наверное. $1690. $1090-80. Всякие покрывала продаются махровые. Вот такие махровые продаются. 1310. Покрывало стеганое 690 стоит. Вот такие покрывалы продаются. Пледы 298 рублей. 250 рублей вот такие пледы есть. Вот такие за 250 рублей, за 298, даже за 300 рублей купить, в принципе, нормально. 400 рублей, смотрите, какое-то. Тоже хороший.
1750 даже есть пледы. Ну, такие здесь, короче, цены. Здравствуйте. Что хочешь снимать? Просто видеоблог стой снимаю. Ну, YouTube-канал у меня есть. Просто снимать. Так можно. Я в Титан ходил, снимал в прошлый раз. Титан, это... Ну, в общественных местах можно снимать. Я уже снимаю, знаете, 5 лет. Ну, 5 лет снимаю. Вообще везде снимаю, мне никто ничего не говорит. Хожу по кафе снимаю, тоже обзоры делаю. Ну, можете сказать к своему начальству, позвонить там кому-то, если нельзя снимать. Вот, друзья, здесь бадминтон даже продается. Короче, друзья, говорят, мне нельзя снимать здесь. Чё? А чё с кем согласовал? Ни с кем. Ни с кем? Тогда пойдите в магазин, либо отключите свою камеру. Ну, начальству расскажите, что я снимаю. Пусть начальство придет. Ну, администратор или кто у вас там самый главный? Самый главный. Ну, я же ничего плохого не снимаю. Ну, а я чё плохого-то снимаю? А вы здесь, вот смотрите, камеры наставили. Нет, вы здесь камеры поставили, людей снимаете. Это для вашей безопасности магазина, да? Вам можно это снимать. Никуда не выходит. Ну и чё? Вы и чё? Ну и что? Что? Ну YouTube на свой канал. Можете мой канал посмотреть, я ничего плохого не снимаю. Сейчас, сейчас я уйду. Я снимаю. Мы же не договорились, куда уходит? Зачем? А? Я ничего плохого уже не снимаю. Я просто пришел товар купить какой-то и поснимать его. А? Есть определенные правила в магазине, которые мы соблюдаем. Если мы подошли к вам... Ну, я же ничего плохого не делаю. Я никому не подхожу. Я бы, если бы подошел бы... Почему? Из-за чего? Здесь любой человек может прийти в открытом доступе этот товар даже посмотреть. Сфотить даже может, и чё? Ну и в чём проблема? Вы ходите, снимаете, и чё? А что в этом плохого? Люди, если так приходят на определённую товары, смотрят, а не конкретно на всё. Ну а может быть, они сфотают? Вот их даже одну, вот мы зашли, да, начали снимать и так далее, но. Кассиров и так далее начали. И что в этом плохого? Кассиры жалуются. Но это общественное, да, место снимает, же. Снимает. Это же общественное, но, место. Нет, видите, вы говорите, но можно снимать в общественном месте. Вы говорите, не жалуется никто, вот допустимо. Ну я пусть кассир, ну и что? Если бы я бы подошел бы кассиру, бы впритык бы снимал, и там бы его бы снимал минуты, две, три хотя бы, то хотя бы. Какая, покиньте ее, или отключите свою камеру. Сейчас покину. Вот, друзья, не разрешают снимать мне. Снимать, короче, не разрешают здесь. А с кем-нибудь поговорить можно? С главным? Нет, с главным. Администратор или кто у вас главный? Он не администратор. Это охранник обычный. Да. Администратор, это у кого бейджик написано администратор. Я в Титан, когда пришел снимать, ко мне подошел администратор и спросил, что я снимаю. Посмотрел мой канал и сказал, ничего снимайте, и ничего мне не сказали. У вас почему нельзя? А если, например, я захочу свой видеоблог снять? Например, обзор магазина хочу снять, и что, как мне быть? Ну, обзор магазина для просмотров, для YouTube. Для подписчиков, например. На меня много кто... А здесь что? Чем отличается здесь абсолютно и там? Чем? Все абсолютно одинаковые. Да? Ну, не знаю, по закону, если честно, можно снимать. Чем? А закон какой? Ну, мне назовите статью, закон какой, что здесь нельзя снимать. Ну, а по закону, по какому нельзя снимать? Здесь частная собственность или что здесь? Если бы это была бы частная собственность, то да, я согласен, я бы не имею права снимать. Покиньте, говорю, помещение, где хорошее. Пусть люди знают, какой здесь абсолют. Здесь Улан-Удэ люди. И потом люди в комментариях напишут, кто будет прав, я или вы. И все. Так что пусть люди сами рассудят, кто из нас прав.
Так что сами отсудите, кто прав, я или они. Они сказали, что нельзя здесь, в принципе, снимать. Но я, в принципе, так и думал, что в этом абсолюте как бы будет такое мероприятие, как бы. Пусть что делают. Я, короче, их снимать начал, они, короче, это... Ну, можете здесь увидеть этих охранников. В принципе, они ничего плохого мне не сделали, да я их, в принципе, не боюсь. Даже если они ко мне что-то сделали, что я, в принципе, бояться буду. Пусть. Короче, вот этот абсолют, в принципе, в абсолюте всегда такая фигня происходит. Я хотел сматериться, у меня уже просто это, короче, нервы не выдерживают. Они постоянно вот так вот, любой абсолют вообще придете. Он типа говорит, идите типа на стрелку и там в абсолюте снимайте. Там в абсолюте снимать. Я говорю, а чем этот абсолют от вашего отличается? Или что у вас какой-то сантибоберный абсолют? Ну, короче, друзья, в Титане мне разрешили снимать. Я сказал, что это... Я ему просто сказал, говорю, статью назови, по которой нельзя снимать. Статью. По закону. Он говорит, нельзя снимать. А по какому? И он мне даже ничего сказать не мог. Какой закон, что там. Вот такие, короче, друзья, дела. Так что, в принципе, здесь, если сравнить вот этот абсолют с Титаном, цены, в принципе, одинаковые, я бы сказал. Потому что это большой абсолют. Там цены, конечно, загинают большие. Короче, они не захотели сниматься, я думал, сняться с ними. Вот, друзья, хотел сегодня вам абсолют заснять. Они там начали выпендриваться и себя корчить, что они там самые главные. Обычно охранник, он считает себя самым главным, таким этим, ну, что они самые главные там. Что хотят, то и воротят. Такие вот дела, друзья. Так что, если кто хочет со мной сюда сходить, в следующий раз наведаться. Ну, контент снимем хороший там, если кто не стесняется. Отличный контент как бы снимем. Съездим с вами сюда в абсолют. Ну, надо реально какого-нибудь амбала сюда, с амбалом каким-нибудь ехать, чтобы такой здоровый был вообще, чтобы сильный был. Что если они начнут выпендриваться. Ну, как бы с ними драться, в принципе, тоже не имеем права, потому что это... Ну, драться нельзя. Мы потом не правы будем, если мы их будем просто так с ними драться, то мы тоже будем неправы. Ну, если они нас побьют, тоже они будут неправы. Так что, в принципе, они драться-то не имеют права налетать. И провоцировать их не надо, конечно, это тоже. Но если кто хочет просто наведаться со мной сюда в абсолют, то пишите в комментариях, мы с вами согласуем, съездим вместе, поснимаем. Так что такие дела, друзья. Абсолют, короче, не разрешили снимать. Сказали, типа... Нельзя. Типа они говорят, что они главные. Эти как у... Охранники там какие-то были. И они говорят, что они там самые главные. Что говорят, им закон не писан. Они что хотят, то и воротят. Они сказали, мы здесь самые главные. И все, и... Такие дела. Ах, друзья. Такие вот дела. Что я думаю? Да я ничего не думаю. Пусть что хотят, то и делают их, мне, как говорится, жизнь. Я ничего, короче, не думаю. Такие вот. Ну, в абсолютах всегда охранники, если честно, работают такие, короче, постоянно из тебя это... То есть абсолют, я бы понимаю, в Титане, Титан 10 раз лучше абсолюта, да? Титан. И то Титан, там мега-Титан, где я снимал, он там лучше был. Не знаю, в разы лучше, наверное, я бы сказал. И то там люди так не выпендривались. А в абсолюте такой абсолют дешманский, я бы сказал, дешманский. Обычный абсолют. И себя это, ну я думаю, это от людей зависит, не от магазина. Просто, которых людей они берут на работу в абсолюте, они должны смотреть. Ну смотреть должны, чтобы, смотря как они относятся к посетителям. Они же вот этим самым, охранники вот эти, они же себе клиентов-то упускают.
упускают клиентов. Охранники сами... Во-первых, например, смотрите ситуацию, представлю. Покупатель даже, вот смотрите, без камеры приходит. Приходит без камеры, просто товар смотрит. И вот я что заметил, в абсолютах охранники пристально, вот ты, например, идешь какой-нибудь товар смотреть, и эти охранники, они пристально за тобой наблюдают, смотрят, за тобой ходят даже иногда. Бывало такое в абсолютах, я видел. Охранник идет, например, за посетителем, да, за каким-то, пристально за ним наблюдает, смотрит, чтобы он там ничего не украл, там что-то не украл, не взял, там вот это вот все, понимаете? Вот так вот они делают. И в Титане, ладно, там 1-2 охранника ходит, да, например. В принципе, они ничего плохого тебе не делают. Зарядку делают. Я думаю так, что у них должны быть пикующие эти, как они называются, вот эти барьеры, когда ты, например, если ты товар реально украдешь, ты проходишь, как вот в магазине вещей, и она пикает, что типа ты ничего не принесешь мимо кассы. А у них, видать, такого нету. И эти как уходят, как у эти охранники, и наблюдают за тобой, как будто бы ты, не знаю, там какой-то бандит или кто там, не знаю. Вот так вот. Вот, друзья, вот этот район вам хотел снять. То есть вот такие, друзья, дела. Вот, друзья, вот такая сегодня съемка получилась. Точнее, не получилась. Ну, ничего, если кто хочет, мы сходим с вами, поснимаем. Я им сказал, закон не назовите какой. Ну, закон пусть они назовут, по какому нельзя мне снимать. Я сказал, частная собственность, да, нельзя снимать. А здесь общественное место. Я говорю, это здесь типа камеры стоят, и вы людей снимаете что-то же. Я говорю, для безопасности вашего магазина. Так что я могу тоже снимать. Ну, короче, они просто это, понимаете, они как вот это... Ты мне объяснишь. Даже если ты будешь прав, они все равно будут говорить, что ты не прав. Вот такие люди просто. Просто. Чересчур как бы это... Если они охранники, то это... Они себя как бы приравнивают, что если мы охранники, то мы, значит, там... Охранное агентство, некоторые люди к полиции себя уже приравнивают. Там какой-то 6-й разряд или 7-й разряд получит. Все. Мы полиция. Вот такие вот дела, друзья. Здесь турнички есть. Сегодня я не буду подтягиваться, потому что я вчера подтягивался. Я через день подтягиваюсь. Здесь какое-то здание, фото. Ой, это... Строят или что делают? Сейчас посмотрим. Ну, в Титане, конечно, лучше было. Они здесь ничего не строят. Здесь дома деревянные стоят, как обычно. Скорее бы их убрали. Портит всю картину. Смотрите. Так что вот такие вот дела. ПВЗ здесь вроде бы. Там ПВЗ чуть-чуть осталось. Здесь ПВЗ. Дома такие все старые, древние. Хотел просто сегодня такой абсолют снять, красивый абсолют, там показать цены. В принципе, там цены, если честно, не отличаются, потому что это торговый центр абсолют, да, называют они как торговый центр. Только в чем он торговый центр, я вообще не понимаю. Ну, то есть торговый центр для них в чем там? Кофе где-то продают, алкоголь продают, и все это для них торговый центр. Торговый центр это вообще где кафешки находятся, где там вещи продают, еще что-то. Это не считается торговым центром. Может считается, я не знаю, короче. Так что, друзья, если кто хочет, сейчас я здесь вам улицу поснимаю, все равно сегодня съемка не получилась.
Если вы считаете, что я прав в чем-то, что я ничего плохого не делал, я имею в виду снимаю... Но я-то, в принципе, закон знаю. Я знаю, что я могу хоть где снимать. Мне, в принципе, вообще пофигу. Где захотел, там и снимаю. Кто мне что там скажет, пусть говорят. Просто, друзья, если кто хочет со мной сходить сюда, в абсолют, ой, да, в этот абсолют, мы с вами поснимаем, включим камеру и будем снимать. Ну, надо человека 2-3 с собой брать. Ну, так просто чисто для своей подстраховки брать и все. Если вы, кто хочет, тот пусть идет со мной. Ну, надо, главное, чтобы вам лет хотя бы 20 было, может быть, там, 18 хотя бы. Ну, лучше 20, чтобы... Пошел, поснимал. Ну, даже если меня кто-то снимал бы, как они говорят, пусть снимают. В принципе, это ничего плохого нет. И мне просто говорили, камеру выключи. Что-то на камеру-то они не хотели что-то мне делать. Ну, так-то, в принципе, если они меня драться налетели, я бы даже с ними не дрался, просто бы полицию вызвал бы. И все. Объяснил бы ситуацию. И все. И все, и полиция бы сама... Полиция бы сама посмотрела, кто прав, кто нет. Вы там, друзья, можете в комментариях злиться, там, не знаю, там, писать гневные комментарии, там, вообще... Вы это как его... Пишите, не стесняйтесь. В следующий раз, может быть, тоже сюда схожу. Надо таки, думаю, освещать мероприятия. Освещать, конечно, надо эти мероприятия, чтобы люди знали. Вот мне, друзья, в абсолюте то, что и не нравится, я уже второй раз это повторяю, говорю, что, знаете, чем мне не нравится? То, что ты приходишь в абсолют вообще в любой. В любой. У нас даже на стеколке так тоже было. Я один раз с матерью в абсолют зашел на стеколке у нас даже, на стеколке у нас. Мы, в принципе, там живем уже давно, нас уже все там знают. И охранник тоже к моей матери начал что-то докапываться, что-то у нее спрашивать, там, да. А она ему прямо в грубой форме и ответила, говорит, что думаете, что я что-то украду у вас, мне ваше ничего не надо. И все. И он сразу, охранник, это затих и ушел. Ну, то есть, видите, вот в абсолюте то, что мне не нравится, это вообще... Там что говорят, один абсолют есть, кстати, на... Ну, когда вы корпус 10 проезжаете в 18 квартале, там есть что абсолют на Туя. Не на Туя, а возле вроде бы республиканской больницы где-то абсолют есть. Там вот тоже, говорят, охранники себя ведут плохо. Так что надо с собой кого-то брать, подмогу, с кем-то идти туда. И реально там вытряхивать всю эту пропаганду ихнюю. Так как они к клиентам относятся, это вообще ужас. Они, если берут охранников на этот, как у... Я, знаете, что еще понять не могу? В абсолюте, постоянно во всех абсолютах, 2, 3, 4 охранника берут на работу. 4, до 4 охранников. Зачем вам так много охранников? В принципе, 2 охранника даже, как будто их там грабить придут или что. Ну, в Титане, да, там 2 охранника ходят, я видел. И там охранники не ходят за клиентами, прям за посетителями. А тут прям, когда вы идете, например, это... Ну, например, пришли, короче, это... Купить товар какой-нибудь. И к вам этот охранник за вами ходит. Согласитесь, это неприятно. Что вы приходите в абсолют. Можете написать в комментариях, была ли у вас такая ситуация, что вы пришли в абсолют, а за вами охранники бдительно наблюдают, смотрят, как будто вы какой-то вор, там, не знаю. Так что, друзья, сегодня съемочка не удалась. Извиняюсь, конечно. Вообще не удалась. Надо, короче, домой ехать. В следующий раз, если кто со мной хочет съездить в этот, как сюда в абсолют, на Николая Петрова, вот вам улицу даже показал, где что находится. Так что это, милости прошу, как говорится. Сходим с вами, наведем здесь шороха, покажем, кто здесь главный им. Если они так думают, что они правы. Хотя я им ничего плохого не желаю, просто это...
Дело даже не в съемке, просто они ведут себя как-то агрессивно. В цивилизованном обществе, как говорится, так нельзя себя вести. Это мое мнение. Тем более они клиентов отпугивают своим вот этим поведением. Абсолют, я думаю, должен задуматься насчет этого. Задуматься должен насчет этого, то, что как у них охранники ведут себя. Ладно, друзья, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Сегодня ролик у меня не удался. Если кто хочет, мы съездим сюда, вот в Абсолют. И поснимаем с вами Абсолют. Посмотрим, что они нам скажут.